13 ноября в зале администрации в рабочем порядке глава города Зайнуддин Акмазов заслушал отчеты руководителей управлений и ведомств муниципалитета. Прежде чем приступить к анализу вопросов повестки дня, была проведена церемония награждения победителей спортивных соревнований. Награждается команда города Хасаюрт, занявшая первое место в первенстве Республики Дагестан по волейболу среди юношей 2001 года рождения и моложе. Также наша команда девушек ездила на первенство Республики Дагестан по баскетболу. Награждается команда девушек города Хасаюрта, занявшая третье место. Далее первым информацию о ситуации в городе доложил начальник управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаев. Ну, сегодня, наверное, Бекович, вопрос решится по поводу города. Как решится вопрос, мы присылку сделали. Паспорта готовность есть? Паспорт готовности получил город первый. Готовность есть у всех организаций. С этим проблем нет. Единственное, пуск газа и все. И она сразу включается. Другие вопросы по городу? Другие вопросы по городу. Инженерный мост на этой неделе завершится покрытие асфальта. На следующей неделе погода откроется, в течение 2 дней уложим асфальт. Все готово. Вода, мусор? С водой проблемы чуть-чуть у нас были. Мы устраняем. Там на хлораторе стоит 800 трубу подводим мы туда. Думаю, на этой неделе чуть-чуть будет сбой с водой. А в основном нормально. С озером как? Озером, ну вот хлораторе мы вот эту 800 трубу, которую смотрели, да, бегаешь, его подводим. Завтра установили, все установили. Ну, думаем, сегодня-завтра завершится. Вчера залили бетон, он должен пару дней прихватиться. В завершении совещания было сделано объявление о предстоящих мероприятиях в городе, таких как 10-й межконтинентальный кубок по вольной борьбе, День студента и других. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».